Три знака зодиака, которые часто умирают молодыми. Астрологи выяснили, какие знаки зодиака больше всех подвержены болезням и преждевременной кончине. На продолжительность человеческой жизни влияет множество факторов. Генетика, пагубные привычки и вредное производство на работе. Немаловажную роль, по мнению астрологов, вносит и дата рождения. Некоторые знаки зодиака, по наблюдениям специалистов, болеют чаще остальных. А значит, раньше отправляются в мир иной. Рассказываем, кто же вошел в тройку знаков, которые могут не дожить до серебряного возраста. Рыбы. Представители водного знака зачастую кажутся окружающим ипохондриками, которых хлебом не корми, дай поставить себе диагноз и пожаловаться на свое хрупкое здоровье. Астрологи утверждают, что в большинстве случаев в словах рыб нет ни капли лукавства и лжи. Представители этого знака подвержены тяжелым врожденным заболеваниям. Кроме того, у них часто возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой, дыхательными путями. Еще одним бичом, с которым то и дело сталкиваются рыбки, это артрит. Их иммунитет в целом довольно слаб. Поэтому представители этого знака могут покинуть этот мир прежде, чем их соседи по зодиакальному кругу. Стрелец. Глядя на активных и жизнерадостных стрельцов, сложно себе представить, что они могут не дожить до пенсии. Однако специалисты в сфере астрологии уверяют, что это так. Представители огненного знака наделены не слишком сильным иммунитетом, а потому к ним охотно цепляются все болезни, которые только встречаются у них на пути. Стрельцы регулярно испытывают свой организм на прочность, занимаются экстремальными видами спорта. Однако с такими хобби лучше завязать. Представители этого знака склонны к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. Неудивительно, что живут они меньше, чем остальные знаки зодиака. Скорпион. В случае со скорпионами можно говорить о психосоматике. Представители этого знака зодиака настолько сильно подвержены негативным эмоциям. Они то и дело на кого-то злятся, строят планы мести или завидуют, что организм не может не откликнуться на это. Злость отнимает у скорпионов немало сил и энергии, и они в буквальном смысле слова чахнут от негатива, который их переполняет. Онкологические заболевания, болезни суставов, печени и сердца. Все эти недуги преследуют скорпионов и не позволяют дожить не только до глубокой старости, но и до пенсии. Спасибо за просмотр.